с вами Филипп. И сегодня по заставке и по названию вы уже поняли, что у нас будет эволюция Бенди. В прошлом видео у нас была эволюция самых странных аниматроников, а сегодня эволюция Бенди. С чего все началось, какой он был самый первый, вот, и так далее. Начнем с концепта Бенди. Это самая первая версия Бенди. На ранних набросках он был гораздо меньше и симпатичнее. А его голова раскрывалась на две части, которые при этом превращались в жуткую пасть. Переходим к Альфа Бенди. Это оригинальный дизайн чернильного Бенди и самой ранней версии главы первой. Разработчики шутя называли его улыбчатой птичьей какашкой. Да, это смешно. Ну и обидно. Бедный Бендик. Это более узнаваемый вид Бенди, Бета Бенди. Так выглядел Бенди до выпуска главы 4. На этом этапе разработчики значительно улучшили визуальное качество игры. И главные персонажи также получили новые модели. Также и Бенди. А это улучшенный Бенди, чернильный Бенди. Самая последняя ремодель для Бенди. Это такой, как мы его знаем сегодня. Хотя он похож на Бета Бенди. Его улучшенная версия была перемоделирована и снабжена большим количеством острых углов. Кроме того, на Бенди были наложены новые эффекты чернил. И вы сейчас подумаете, что я буду рассказывать о зверском Бенди. Да, это же эволюция Бенди. И я сейчас вам о нем и расскажу. Зверский Бенди – это жуткая финальная форма чернильного Бенди в пятой главе. Наконец он срывает маску мультяшки, и перед нами предстает Дилан, прятавшись под ней. Мы находим специальную пластинку под названием «Конец» и вставляем фрактор. И все мультики на экранах начинают кончаться, и Бенди становится плохо. Из-за этого он начинает пропадать. Это конец Бенди, конец мультиков. Это банкротство компании Joey Drew Studios. Немного о картонке Бенди. Картонка Бенди — это картонка мультяшного Бенди из мультфильмов, которые выходили на официальном канале разработчиков. Да, есть целые мультики. Вы о них слышали? Вот я слышал, я смотрел их всех. Ну, клевые мультики, они черно-белые, конечно. Ну, картонный Бенди — это картонка мультяшного Бенди. Все, проехались. Кстати, вот вы видели, когда я рассказывал о всех видах Бенди. Вот картинки, фото Бенди и табличку с названием. Все факты я беру из официального руководства для новичков, которое я заказывала на Вайберс. И сейчас последнее. Ну, я рассказала, вы подумали о всех Бенди? Конечно же, нет. Есть Бенди из Бенди и Темное Возрождение. Но вы скажете, если вы следили за Бенди, еще нет самого Бенди. Ну, есть только фигурка. И я ее сейчас вам покажу. Вот как выглядит сейчас Бенди. У него появились как будто человеческие зубы. И также его телосложение более теперь похоже на человека. Вот сравните, например, вот нового Бенди и старого чернильного Бенди. Рога стали длиннее, форма головы стала другой. Бант расплылся, и от Бенди старого почти ничего не осталось. А это вся эволюция Бенди. А на этом мы закончим. С вами был Филипп. Всем пока-пока. И не забывайте, что ссылочку, наверное, в описании я оставлю на книгу Бенди на Вайберис. Пока-пока.